Цукуиги, мама фачим ежах, хати гухоль шафхар фриах. Кошабля районам хабзадаха за расшихо, мама фачир хирокоту, шрага кочем. Тагазами дочер храм, урсы федерациям, адга республикам, джи абхазм, я народный артист Уце Ибрахимец, Захарат Лапх театр Михдурс на Башу, Кукан Мурат, Ходжу Кошабля и Бляга, джи концертная программа Ашагон, Аш Балашава. Ченче, фургон вода сисну. Солкиши. Дико шага жас хазакон течина. Гучерни течерни хатем из яхан туда сюда. Бзит фарма шала хохой. У абама кабда гойта хазарибс. А у сэси тетя аду. Качештем. Яши нару тем боли. Ха. Джибоси капши хазабов. Я мы пути. Шазга паути жек тоже. Качами даже с бясаром гадками цэ. Так вот, за то, что это не так просто. Зачем ты разумку бурбочка? Короче говоря, на бжевут угосился оскаляющий. И ты сам какой-то щиток сажат, як у нас за цхаячий. Сарис хазаконом все за шраба мазащий с точным моментом. И я у кассы маштатскую матур за чедрани, псат хотежа. Зачем я вообще сад урысичая бурам? Еще туда, хотя бы то овощи толоти, нахта разуты поплехало и каплячу тулета. Ну то рага бляга, тихал туда сюда, шай, пай, пай, ежи пихи и примяем за цыку чего хаучу. Ну так что аж возвращена. На первый взгляд, а против плячуджи, мы вот мы воды псуочиху, у всех папах и бгаяб, думаешь, что и куза хазя машхутцы. Казара вагам же уху мага адыга пшаш. Пенсиям по выслуге кочтвы. Ну, все губшисыш, мы ж фада уху мага адыга пшашем. Джинасму нагом чем тго. Саш фада литера зготмы, да хачаси и гжино сихабхи. Ну, конечно, вот и псочах, нервничай, инфаем, айс, вот и сепцзе. Сидом жил машиш бог, кем вот ох зарачала. Кто за язык тянул, не знаю. Хоть похоть зарачать, а жа, а хоть и течем. Чеп, без поля. Мам, ща, а за птых слушай. Арз за хехом. Вы зидя, вы ехте вас за позаришь. Бля, во, бля, сит, пари. Мы же ведь здесь такой штрам, мы все кут фред фрес и так он ри. Учи сам матрош, ведь как вот я вас за. Синим же вот и си шляпи с пиза, че за усы тогда чижи. А жена сам си хуза чижи, си бзаг на губа. Та ты как им же за суджи тища. А у хумара ты как пса, сам си твада у хумара коса как пляваза. Оля автомат я ты хапяфлен. Ох, зарачала, я мы кускочек осветлял. А ты ешь зипальджи за рамшар, извините. Сарафаймар причину казмал тюште. Нет так нет, поехал дальше. Чеча кругом вода сестру. Шоу кейши. А, пам-пам, чоб зипво. Зина сипсе кахаштарана к вопросу. Челешко си, внук и джесси байма спаше псево. Поехал дальше. Я тут на адрес горта аштати. Запись 20 год где-то уже там. Ну, так что хорошо разрешено. Если есть очень ум, так я ху, зарабатываем же. Зедебора. Медсестра. Ну, все это смол. Закопцавом, опитать скочинным по дозе газа. Кушу бзуом, а что? Думаю, ежи с хазахоном, я за шрама, се с хазахоном, я за шрама. Стерпится, потерпится, туда-сюда. Хама себя говорит, долбот, а не медсестра, и сама профилактика туда-сюда. А хама себя говорит, за кабуша, а ша медсестра, мкеп. А шо, зарабо, спочте, чепо. За нахсы дам гуагаву. Тунная капшагаву. Сыкабда кумыц в масида, он тащи гуд бичины хаба. Можес памычжу си шауса, шепсау. Хау, вось фэта гуа кавот, касе оджа даже не врач на хмура. Я не понял. Чинчак хургома до сих пор.
шоу кейши. Пшашем из декла, все декла, из декла, падешь, это шоу хуапа. О, о деклала, о не саше я зрашит, о васе я зрахала. Си у нашку израху, си хатешку писем гаши да зраучу. Ну, на черта мне надо. Арзеса очень хай, хатахат хаур пасо. Ну, думаю, то декорат, что я посижит. Ай, по другому адрес, это паши трати. Зебзетвара, с аво гурем теж типа. Конечно, Рашин! Вебкима моза. Сабу, фабу, хураю. Шатфатер лагар кейта коку. И фарит. Я извиняюсь, БМВ же водоха на фишку. Ну, думаю, Септис, земляк, хата сжата, это еще не все. Любовник, картошка. Арьежи, а что за потлежь? Поваря, за кого что-то потлежин? Хмит, это куахами, еу-воу-вой. Мача, зигазари, еу-воу-вой. Зигаза, кассами, сигуву, кача, сищами, сетивой. Короче говоря, ах, Вася, губший сапа, как бы шарас кэвэ. Аж, ах, зара вас, ой, штырица, папа. Дело в том, что пшасит кси вас. Зар, слава богу, у него дыхатюк и о, шис, насыпа вату, а из фагумачи хрыпал, сяса, сис фагумачи нахачец оси арар. Ви у нас дептхажиштым дже. Сбгаразама. Зифадама хураши абсакабдакон джимаху. Учитап азэ. Кэ оджа иномаркажа. Я не понял. Симуна ежепчаша тисткажину фай. Ежепкум фабагу. И тесточи тура бура улыбжам сэтуахау кабдашаку. Ома спасибо оба. О выпух сосиди сища. Это вымогательство. Статья петушита офым. Уфами вебсет хомакам дяшака фумы. Нет так ли? Поехал дальше. Че? Так вот. Тинче курома до сису. Шоу кейши. Пшаш это дегла, все дегла, вот дегла. О дегла, вот дегла, а до сидочка хулапер. Ще. Ще дегла, о, ищ за мне захвал. Сегодняшко, сегодняшко. Ко, думаю, ладно, в жахана с Яроси там будет видно, за гвясом ракхам сахана жил, и я в душе докола, чилим с год десяти, зиби съесть муко си заку. С хаха гураба масмуза, хата чебухам дезе злахи. Систем, септем, хата кабзашляп, чопа кабзашляп, думаю, ярага кабзи, а там будет видно туда всегда списать. Там кичел, зачем кабара чижечек, если сажал. О, спа! О, взять волочан, щел до кого? Со спочь тормоз и пацан. Сука за пивути! Кухал против улаухиш, да губа за голосом. Сыны вас, и ты вот, что здесь вам гузы пшикали, что садчу хапара. Шоферы же сожрасим с излихуа. Вора мой папа сейчас лишь защищает за ваш коты из гаджета. Уйди сам от него. Ой, святый город, ховод. Еще это чепуха. А в этом плане шкуха и ускоплялся джин. Че? Че-че хромово до сих пор. Жалко еще. Эп, зе декла, зе декла, то декла, ще декла, зе декла, падесич, как лапаться. Сообщи, а ты гадким гуйным джил тебе послушать. Сэш фадема сэ заряджает и зач. Зитва зикамля качан лечишься, запросто. А у еж та, что веджи, та я фадем зитва. Та, что веджи, пинджай фадце, кса пасрэджи. А раз, шакош хабликам джи кандидатура гош эма. Между нами говоря, после концерта.
Совсем другие люди. В прошлый раз Шарбача. Хоть хабят, чили дахашку, конечно, с одного конца придут, посмотрят, потом с другого. Да, замечательно. Мне повезло просто. А еще я вам сейчас посмотрим фильм третий раз. Вот. Предысторию маленькую расскажу. Я очень горжусь одной первоапрельской шуткой, которой мне удалось обмануть всю страну. Россия – это же не маленькая страна. А раз я ее вам сейчас покажу и прочту про волосы потом. Есть такой Кудаев, телевидение МТИТ, Кудаев Олег. А на каком-то СВТВ, это несколько лет назад было, на СВТВ Мурат, надо первоапрельскую шутку с Москвы, с телевидения позвонили,
помочь им что-нибудь придумать. О, они со всей страны собирают туда-сюда. Мои друзья, надо помочь. А те, ну, думаю, чащимся в шасси. Багажник у меня парик, вы его сейчас увидите. Парик был. Ну, я все свое вожу с собой. Гитара, афиши, парики, грим. А казачок и сочетчи, чтобы можно было в поле вышел и выступил. Поэтому автономно очень нравится. Я вспомнил про свою лысину. Если я бы писал, пол страны лысые, думаю, надо какую-то тему такую, чтобы всех затронуло. А эти бубшиси, мы поехали в Хаджок, Хаджок, Дахама, с правой стороны, там в Беловодье есть такое кафе, там уточки плавают, благоустроенный родничок такой, Даху, Хазхитесу, сейчас там он сделал небольшой зверинец, там зоопарк небольшой, Тиджакаису, он такой, Володя, мой друг, белый человек, снежный человек, если у него в пещере сидит снежный человек там, якобы, Арису. И, короче говоря, этот парик я расчесал, его этим долго надевал, местных лысых нашел, вы их сейчас увидите, ребят несколько, хай, они отказывались сниматься, учиться так, боялись камеры. Но я с ними немножко порепетировал, и потом они все осмелели, стали артистами. Если вы поглядитесь, они немножко покачиваются вот там в кадре, вы это увидите. И мы сняли интервью со мной, что вот местный житель Мурат Кукан решил остудить разгоряченную голову после обильного застолья, помыл голову в роднике, а потом заметил, что на его давно облысевшей голове начали расти густые волосы от этой воды. Раньше был такой, теперь такой. Все это сняли, приезжаем в Майкоп. Ну все хорошо вроде, но чувствую, не поверить. Надо, чтобы кто-то авторитетный подтвердил. Кое из медиков желательно, профессоров, академиков. Костя Обчуйся, какой-то академик может подтвердить это авторитетно. Тиси Хаджо, у меня тетя Дарихан была такая, фангом, мистер, санэпистанцы общества. Когда я на филфаке учился, я бегал к ней, она меня подкармливала пирожками всякими. И санэпистанцами я вспомнил, что у них есть лаборатория. Девочки в халатиках, пробирочки, там все такое вспомнил. И Агиров, шеф, это значит санэпистанции. Мой друг, я ему звоню, говорю, Астанфа, мрамра, надо подтвердить вот так, что вода уникальная. А зачем, Ати? Ну как зачем? А первоапрельская шутка, надо в Москву послать. Нет, а я не могу, я академик, а я серьезный человек, там в Москве меня знают, по всей стране знают, вот туда-сюда. Потом я, ну какие доводы? Я говорю, уля-та, уля-та. Сразу почему-то подействовал, уляпка цифлосовали вообще. Не поймешь, когда я чего у них там заклинит и чего нет. Да, я уляпец, а ты уляпцев зачем позоришь, Славу? Как будто вы нерешительные не это звать. Ти он интервью, вы увидите, дал интервью, что вода уникальная. Отер-метер, посылаем в Москву. 1 апреля жена говорит, вот такого атала. Показывает меня. Я ложусь на диван, потому что Славу надо принимать лежа. Может сбить с ног. Ложусь, и вы увидите, показывает этот, это. Через 10 минут звонок. Да! Агира звонит. Мурат, куихару дедебицапу. А в чем дело, Сати? Позвонил куратор из Москвы вам. И говорит, как? Я только что по телевизору видел, а что ты там, Аслан, говорил? Какая вода, а ты что, на всю страну такие вещи говоришь, академик, вот дыр-мыдыр. А знаешь, чем закончил? А ты чем? Пару канистр. Ой, только никому не говори. Москву можешь привезти? Знаете, я не знал, что наши люди так верят в телевидение. Вот что-то. Мы какие-то все в России этой пропащие. Да, вот что смог из этих гамди. Пол страны поехало в этот Майкоп за этой водой. Это ужасно было совершенно. Ну, говорят, тебя какой-то военный ждет на телевидении. Прихожу на телевидение, военный стоит какой-то, стройный такой, старший лейтенант. Я говорю, здравствуйте, здравствуйте, вы Кукан, я. Я за водой приехал. За какой водой, звать? Как за водой волосы растить? У меня военный прокурор Владикавказа прислал. Да ты что, вот целый бобик канистру, а ты что?
Какая вода, первоапрельская шутка, земляк звать. Да ты что, как я дальше карьеру буду делать? Сыну на пол туда-сюда, я ему набери где-нибудь, я не знаю, в Белой звали или где-нибудь. Может, он поверит, у него вырастет что-нибудь. Поехали люди из Тихорецка, таможенники, как, кто только не приезжал за этой водой в этот Майкоп. А Герову письма пишут, женщины пишут, мужчины. Ну, западали полностью. Потом приехал, ну, мужик из Норильска приехал. Ну, это же не из Ханской. Из Норильска приехал, говорит, волосы растить Майкоп. Ну, я спрятался, я уже не мог. Я спрятался, он пошел жаловаться в Белый дом. Ему там сказали, если у нас воды, что и растет от воды хорошо, так это помидоры. Он обиделся, подал на меня в суд. Была в комсомолке статья, будет суд или нет. На 30 тысяч он меня в суд, но суда не было. Короче, он уехал. И уже лето, уже июль месяц, отпуск, я домой в Токтамукае я живу. Если бы не Токтамукае, хотел бы жить в Кашхабре, конечно. Тянок села, вот чалекоку обшивал. Выхожу, чележечку гвощит, молодой такой у ворот. Салям, салям, кебля, бабан закой, под виноградником. Кебля, субхала, у меня важное, срочное дело. Такой высокий, здоровый, я в шлепках стою под виноградником. На него снизу сверху, а он сверху так стоит, смотрит. Он говорит, армама, кудюкока, сухи, только что я демобилизовался, приехал, я говорю, поздравляю, да у вас зачем, да у вас зачем, земляк, все нормально. Дело в том, что со мной парень служил из Минвод. Чили доуал, урысу от Чилизум подувал, как брат родной, мы служили прекрасно, бараказдал, туда-сюда, туда, я стою, смотрю, это все слушаю. Он все рассказывает, я говорю, доба, это повезло, не каждый раз так везет, он говорит, дело в том, что он вчера позвонил вам насчет воды. Так, думаю, приплыли. Там ему сестры рассказали, что где-то там вот пока я служил, у него волосы лезут, сказали, что вот где-то в Адыгее нашли источник, туда-сюда, вот он говорит, оказывается, это ты нашел, очень повезло, с одного аула, ты скажи, где вода, я ему сам отвезу, ты, Мурат, не беспокойся. Тесеп тещит, у тебя как со здоровьем, здоровье, хацахан, я, десантник, 100% здоровье, не волнуйся. Где вода, говорила? А как насчет зрения? Зрение тоже 100% не волнуйся. Где вода, Вадим? Нет, насчет зрения я не верю, Вадим. Почему, Вадим? А это ты видишь? У него зрачки как-то расширяться стали. Молча он разворачивается. И так он печально пошел. У меня аж сердце. Думаю, Асит, что-то. И он так печально пошел. Забака у тебя, заба, сейчас что-нибудь. Подожди, смотри. Он разворачивается и почему-то урысы взадет. А мы тебе, Кукан, так верим. Я чуть не умер на месте.